Приветствуем наших подписчиков и гостей канала, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами уделим внимание денежным законам и поговорим о том, как эти законы работают и как с помощью этих законов вы можете привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете очень много полезной, важной и нужной для себя информации. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: «Я привлекаю деньги, истинно да будет так». Не забывайте прописывать ваше полное имя. Также хотим поблагодарить вас за донаты, которые вы отправляете нам. Вы знаете, очень-очень приятно, мы вам отправляем все те блага, которые вы отправляете и нам. Вы знаете, деньги – это такая вот субстанция, которая на протяжении веков не дает спокойно жить человечеству. Менялся внешний вид, материалы, из которых делались деньги, но сущность их осталась неизменной. Жить без них просто невозможно. Одним по жизни везет, деньги у них есть, и если не в большом количестве, то в таком, что вполне хватает на нормальную жизнь. А другим приходится уж очень сильно постараться, чтобы их хватало только на все необходимое. Если вы обладаете деньгами в нужном количестве, то вы довольный, счастливый и успешный человек. А вот если они отсутствуют, то вы живете в постоянном страхе перед будущим, и вас одолевают негативные эмоции. Однако мало кто знает, что деньги – это энергия, которая подчиняется только ей подвластным законам. Существуют тайные законы денежной энергии. Если их знать и использовать в своей жизни правильно, то деньги начнут приходить в вашу жизнь. Значительная часть людей живет так, что им не хватает денег, чтобы удовлетворить даже самые свои простые потребности. Они ругаются и обижаются на свою жизнь, а и то не так, и это не так. Проблемой является то, что их внимание направлено на то, чего нет, а не на то, чего хотелось бы, и как этого достичь, и как получить желаемое. Не все люди знают, для того, чтобы привлечь денежную энергию в свою жизнь, нужно заявить о своих правах на нее. Если этого не сделать, она просто пройдет мимо вас. А что же нужно сделать для этого? А все, друзья, просто. Вам нужно просто-напросто обратить свое внимание на изобилие во всем. Это могут быть магазины с одеждой, это может быть скопление машин, это могут быть благополучные люди. Если вы сфокусируете внимание на изобилии, то и у вас начнутся жизненные перемены в лучшую сторону. Все люди окружены энергией, то есть, что излучают, то они и получают в ответ. Если вы хотите, чтобы вас любили, уважали, то и отвечайте тем же. Проделайте такое упражнение, которое откроет к вам доступ денежной энергии. Возьмите купюру, первую, к которой потянется ваша рука, возьмите ее в правую руку и приложите в области сердца. Закройте глаза, сделайте вдох-выдох и представьте себе, что на вас опускается золотой туман, который вас окутывает все больше и больше. Дышите равномерно. Вы почувствуете приятное теплое окутывание, которое создает такое впечатление и приток энергии к вам. Повторять это действие нужно часто, оно поможет притянуть изобилие в вашу жизнь. Если вы хотите что-либо изменить в своей жизни, наметив путь к богатству, хотите достичь нового уровня доходов, то вы должны постоянно приучать себя к богатой жизни. Вы должны окружать себя успешными людьми, обращать внимание на дорогие вещи, ходить в престижные кафе, даже если только на чашечку кофе. То есть делать все то, что если бы ваш доход был более высоким, чем есть на самом деле. Так вы будете приближаться к своей мечте все ближе и ближе. Если вы в корне измените подход к вашей жизни, то и денежная энергия появится в ней. Главное – поменять свое отношение к ней. Идеальным считается то, что с того времени, когда вы решили притянуть богатство в свою жизнь, вы постоянно должны думать о том, что деньги – это счастье, это успех, стабильность и благополучие, что ваши доходы будут расти изо дня в день, что вы успешный и обеспеченный человек. Для того, чтобы добиться финансового благополучия, нужно работать не только вам, но и деньгам. Деньги не любят рутины, они должны постоянно находиться в движении. Это позволит вам иметь стабильность в доходах.
К тому же, вам нужно определиться с тем, сколько вам нужно денег, чтобы вы могли правильно распоряжаться деньгами. Если у вас на данный момент их мало, то это значит, что ваш уровень сознания не позволяет вам принять в свою жизнь большие суммы. Деньгами нужно делиться. Если этого не делать, то энергетический канал, по которому они к вам пришли, закроется, и деньги перестанут к вам приходить. Даже совсем небольшая благотворительность принесет вам пользу, и, конечно же, в зависимости здесь от ваших возможностей. Деньги любят, когда их хранят в хороших условиях. Дорогой кошелек – это знак богатства, поэтому, выбирая дом для денег, подойдите к этому вопросу с должным вниманием. Он должен быть удобным и обязательно хорошего качества. Не забывайте о его цвете. Коричневый, черный или красный цвет будут способствовать тому, что деньги будут у вас приумножаться, а для хранения… Для хранения ваших сбережений используйте шкатулку, обязательно из дерева. Или, как вариант, нет шкатулки, используйте большой красивый белый или красный конверт. Деньги обязательно нужно хранить по возрастанию, от мелкой купюры к крупной, и смотреть они должны обязательно в одном направлении. Также старайтесь те деньги, которые вы собираете на какие-то свои цели, обязательно благодарить, обязательно пересчитывать. В этот момент, даже если вы знаете, какая у вас сумма в вашем конверте или вашей шкатулке, вы все равно должны с радостью, с благодарностью эти денежки считать и представлять себе в этот момент, что деньги в вашей жизни приумножаются. Ну а для того, чтобы не отпугнуть денежную энергию, нельзя никогда и ни перед кем хвастаться, сколько у вас есть денег. Потому что такими вы поступками вы можете разрушить денежную энергию. Даже не нужно рассказывать о том, сколько вы зарабатываете, сколько вы получаете с тех или иных сделок, даже своим родным и близким. Потому что глазливые глаза – это опасные глаза, вы должны об этом помнить. Также никогда не говорите «у меня нет денег», потому что таким образом вы уже в этот мир транслируете информацию, что у вас нет денег, и они вам, они не нужны. И вы тем самым отпугиваете их от себя и притягивайте к себе негатив в виде долгов и нищеты. Поэтому, пожалуйста, используйте эти знания в своей жизни. Задайтесь целью, воплощайте ее в жизнь, и вы обязательно сможете получить желаемое в своей жизни. Не игнорируйте эти простые правила. Помните о том, что они вам помогут в жизни. И начинайте прямо сейчас менять свою жизнь. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите «Я ваше полное имя, привлекаю деньги. Истина, да будет так». Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.